Сегодня на Первом канале премьера остросюжетный детектив «Паук». Продолжение киноэпопеи о майоре Черкасове, где главный герой, уже полюбившийся зрителям по фильмам «Мосгаз» и «Палач», расследует новое дело. Одному из лучших в Советском Союзе сыщиков вновь досталась запутанная история. Необъяснимое убийство манекенщицы с дома моды, кража денег прямо с госзнака. Алексей Зотов о самых интересных моментах. Ритуальное убийство. Учитывая очевидную имитацию красного знамени, смею предположить, что преступник хотел осквернить наши святыни. Религиозный фанатик, обезумевший сектант или маньяк-душитель. Долго думать группе майора Черкасова на этот раз некогда. Ведь девушек одну за другой находят убитыми, и каждая накрыта куском дефицитного красного шелка. Все жертвы манекенщицы дома моделей, где готовятся к важному показу, и царит та еще атмосфера. Ревность, злость. Девчонки готовы друг другу глотку перегрызть, лишь бы пройти по подиуму в платье «Красная Россия». Вначале, так сказать, он в дикой растерянности. Нет никаких оправданий, нет никаких мотиваций, почему это происходит. Есть только, так сказать, вот наглядность поступков. После смерти Белых платье перешло к Алекс. Ну не будет жена убивать из-за платья человека. Но на то они, так сказать, избранные эти люди, да, когда они начинают, так сказать, находить из такого количества потока, казалось бы, пустоты. Каждый памятник должен быть под нашим наблюдением. Убийца залег на дно, но может всплыть в любую минуту. Чтобы распознать убийцу как можно скорее, на этот раз Черкасову приходится внедрить в самую гущу страшных событий дом моделей свою сотрудницу Соню Тимофееву. И она вынуждена, как ни в чем не бывало, ходить по подиуму и вместе с тем быть ушами и глазами опытного сыщика. Помогать Черкасову ловить душегуба вызвалась журналистка Оксана, по-прежнему влюбленная в него. А вы напрасно считаете, что все женщины одинаково ревнивые. А что вы мне прикажете о них думать? Несмотря на весь абсурд слепой влюбленности в такого взрослого человека, как абсолютно маленький ребенок, который говорит, я здесь, я одел самое яркое платье. Ну, то есть всеми способами стараясь привлечь этого мужчину, мне кажется, такое бывает в жизни. Ты видел, как он на меня посмотрел? Мне кажется, он приревновал меня, понимаешь? Вместе с необъяснимыми убийствами на головы сыщиков свалилось и похищение века. По точной наводке прямо с фабрики госзнака ловкачи уносят в рюкзаке 1,5 миллиона рублей. И это преступление сценаристы не придумали. Оно было совершено на самом деле, но долгие годы засекречено, ведь расследованием занимался КГБ. Сюжет фильма закручен еще интереснее, ведь похищение денег и убийство наверняка окажутся связаны. Давай. Зарежь, брат, убей. Чё ты встал? Я женщину твою убил, ну! История захватывающая. Я надеюсь, что главный подозреваемый будет раскрыт зрителями не раньше конца. Конечно, зритель у нас умный, но я надеюсь, что все-таки интрига будет до конца. А кто поверит, что американец, находящийся под постоянным наблюдением, совершил уже 3 убийства в центре Москвы? Под подозрением у Черкасова и сотрудников спецслужб будут все. От возможных шпионов до ревнивых манекенщиц, пускающих пыль в глаза. Ведь наверху уверены, что подобные преступления накануне 50-летия революции – масштабная идеологическая диверсия. Поэтому так важно скорее узнать, кто плетет все эти сети и заманивает туда советских красавиц. Найти, где прячется этот неуловимый и коварный паук. Откройте, милиция! Давай, Андрюша. Алексей Зотов, Маргарита Шила, Мария Емельянова, Первый канал. Итак, начало детективной истории уже этим вечером. Смотрите первую и вторую серии фильма «Паук» сразу после программы «Время».